хобби – не помеха карьере. Светлана Степанова совмещает полезное с приятным на Славянке. Девушка работает швеей уже больше года, а в свободное время увлекается косплеем. Сейчас кропотливо трудится над пошивом костюма Сомбры – это героиня компьютерной игры Overwatch. В основе образа – плащевая куртка и броский комбинезон. Увлекаюсь косплеем я с 2018 года. Меня втянули туда друзья. То есть мне прислали объявление о том, что вот у нас в Бобруйске будет проходить такое необычное мероприятие, связанное с азиатской культурой. И я подумала, почему бы и нет. Искусство перевоплощения. Косплей – полное воссоздание образов героев из компьютерных игр, мультфильмов, комиксов и даже книг. Это направление зародилось еще в 30-х годах прошлого века и широко известно в мировом сообществе до сих пор. Молодой специалист пока шьет костюмы для себя, но это пока. Здесь в мелких деталях использовался фоамиран. Его еще, когда он становится плотный, его называют Ева. Ева – это материал, который может при нагревании принять любую форму, которая необходима для косплеера. Из нее делают и оружие, и броню, и костюмы, то есть все, что душе угодно, даже парики. Специфическая атрибутика, например, на поясе или сумке, сделана на 3D-принтере. В костюме персонажа Арлекина из компьютерной игры Genshin Impact в основе длинный плащ из ткани жаккард, а под низом классическая черная жилетка. В других вещах практически везде используется недорогая, но прочная ткань кабардин. На пошив ушло больше месяца. Коллектив Relife приносил очень часто рисунки, эскизы какие-то. Вот, очень красиво, мы все в восторге, вот поэтому предложили ее попробовать в экспериментальном цехе. К тому же Светлана Степанова подала заявку на участие в городском конкурсе молодежных инициатив. Девушка планирует создать собственную коллекцию одежды. Попробовать свои силы может каждый желающий. Достаточно разработать проект в любой сфере на выбор. Брендинг города, ландшафт, архитектура, творчество, спорт. Заявки принимают по почте, которую вы видите на своих экранах. К слову, инициативу победителя реализуют за счет средств Могилевской областной ассоциации местных советов депутатов. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.